Возле города Пекина, хоть в родич хунвейбины, и старинные картины ищут-рыщут хунвейбины. И не то, что хунвейбины любят статуи картины, а вместо статуй будут урны революции культурны. И ведь главное знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбины, это ж неприлично. Вот придумал им забаву их не вождь, товарищ Мао. Не ходите, деть, в школу, приходите бить крамолу. И не то, чтобы эти детки были вовсе малолетки, а изрубили эти детки очень многих на котлетки. И ведь главное знаю отлично я, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Вот немного посидели, а теперь похулиганим. Что-то тихо в самом деле думал Мао с Ляо Бяним. Чем еще у контрапупишь мировую атмосферу? Вот мы покажем крупный кукиш США и СССРу. Но ведь главное знаю отличные, как они произносятся, но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвейбины или...